Джимми Нейтрон История. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Это новый формат, и сегодня я расскажу. Я смотрел Джимми Нейтрон, может быть, не все серии, ведь там, возможно, новые серии выходили, но вроде бы я первую часть, вторую, третью знаю. Четвертую я вот не в курсе, есть ли она, или есть, или нет. Пиши комментарий, какой тебе нравится мультфильм. Мы поговорим сегодня про Джимми Нейтрона Историю. Что я запомнил, это будет, наверное, интересный формат. Вот, значит, самый, наверное, лучший герой там, как думаете, Джимми или его робот? Напиши комментарий, если ты знаешь, как его зовут роботом. То как-то я его забыл. Нейтрон. Гений, типа того, создает некоторые проекты. Очень похож на кого-то, слушайте. Да, он еще учится в школе, ему приблизительно 12 лет. Он говорит, сколько ему лет, когда устраивался на работу в Макдональдс. Ну, там нужно подзаработать какие-то копейки, что они хотели купить, помню. И снова история началась, а про первый эпизод забыли, наверное. Или я что-то как-то тут не знаю. Но была классная очень история про Джимми Нейтрона, гений, который создавал некоторые проекты. Например, футболку, разные одинаковые футболки были у него. Механизм, который забирает футболку, относит шкаф сразу на автомате. Также летающие некоторые аппараты, летающий корабль мини. Он телепортируется, кстати, некоторые миры, прошлое, будущее. Да, это было, все было просто, снимают ролик про мультфильм, мультик про все, про будущее, как все там будет будущее, про прошлое, вот реально. Я знаю, что там будущее у них, там было, помню, в ролике, не помню, какая часть, если знаете, подскажите всем, залетайте в комментариях, вы читайте. В принципе, это тоже отличная тематика, тема, вот, что было интересно, хоть что там. Если скучно очень, вот, значит, Джимми Нейтрон, будущее, там, Синди, или как там, в общем, вот, друзья, какие-то роботы ходили, какая-то полиция слишком была мощная, помню, по прошлое, когда они вернулись с помощью какого-то лазера, с помощью того, который время вернуть назад, 5 минут, 10 минут назад вернуть, и так на 2 миллиона лет назад, Джимми Нейтрон, потом взяли пульт, кто-то вот нажал, и сразу 2 миллиона назад вернулись время, сразу к динозаврам. А люди, как я понял, появились 1 миллион лет назад. Мы еще не в курсе. Вот представьте, мы живем уже 1 миллион лет. Офигеть, да? Ну, в общем, продолжаем. Джимми Нейтрон. Разные проекты создавал, в школе учится, да, там приходит, бывает там что-то интересно, там экзамен проекты. Сон приходит к Джексону, к Карлу, и как там еще его друг Карл, знаю, и этот вот, Джимми Нейтрон, там, с Карлом, и этот, который любит игрушки, герой. Напишите комментарий, чтобы точно вспомнил про него, очень интересный персонаж. Можно, конечно, сейчас то, что вбить, но это вторая часть будет. Пока расскажу первую часть истории про Джимми Нейтрона, ведь он самый гений. И зачем его сделали, как думаете? Чтобы все знали, что это возможно? Вот, например, Джимми Нейтрон. Мне сразу в голову вышло аниме, но это не аниме, это мультик. Там, что про будущее, он может сделать какой-то механизм, разный механизм, даже изменить погоду может, зимний и летний. Тоже была такая история на целую серию, 20-минутную серию. Это знаете, как я сейчас ролик сделал на одну серию, а он, блин, Джимми Нейтрон делает каждую серию, у него три части, это все понятно, как он это делает. Растягивает удовольствие, типа того. А мы с вами снимаем ролик про одну часть. Растягиваем удовольствие на одну часть. Попробую такую взять формат, потому что вам зайдет. Тогда я расскажу про новый сериал, например, «Аватар. Легенда об Аанге». Тоже, в принципе, отличный сериал. Вот, «Джимми Нейтрон». Продолжение следует.
мультфильм онлайн бесплатно. Можно не посмотреть. Конечно, можно даже без рекламы. Ну, там есть реклама. Когда откроете полностью экран, то будет не реклама. Можно смотреть даже без рекламы. В интернете просто вбиваете Jimmy Neutron, смотреть бесплатно. Находите сайты с первого, второго, третьего, только пересматривайте и найдете, в принципе. Да, отличный дизайн, картиночки разрисованные. Кстати, после этого ролика можете посмотреть еще ролики. Чтобы вы не забыли, не забудьте, напишите где-то себе там чернетку. Это, возможно, вам лучше станет Jimmy Neutron. У него, может, на будущее было, некоторые роботы, голограммы разные. Очень интересно, кстати, были видеоигры, игры. В общем, если вы знаете какую-то суть, напишите в комментариях. Возможно, вы интереснее расскажете. Ну или я топ-1 сейчас тут на этом ролике буду. Может, это мое место займет топ-1, а я топ-2 займу. Так по топам, по истории. Распишите историю, в принципе. Будет интересно. А я, наверное, ролик сделал, чтобы мне было легче, да? Возможно, в описании там кое-что добавлю немножко. Можете так ориентироваться в ролике. Это читерский способ в описании. Если вы пишете лучшие комментарии, расписание про Jimmy Neutron, то можно, кстати, сделать, знаете, конкурс. Кто лучше напишет, тот получит деньги. Сделал отдельный стрим. Я уже, кстати, рассказывал про этот конкурс. Это уже вторая часть, когда рассказывал. Возможно, третья, четвертая. Да, ну давно, полгода, год назад. Рассказываю о том случае, если будет много комментариев, тем самым будут мне лишние деньги. Пока что мне их нет. Когда буду, сделаю стрим, зайду в комментарии, если мне, кстати, вспомните, зайду старые комментарии. Кто там хотел, долго отвечу. Если он ответит моментально, то вау, значит, он в онлайне, значит, он все в это время ждал. Возможно, не ждал. Ну ладно. Сборник. Архив. Кстати, я могу сделать ролик про сборник. Ну, сделаю такой ролик. Я тут вижу сейчас сборник про фиксики, тоже могу рассказать. Часовой ролик. Показать, конечно, я не хотел бы, а то уже канал удалили из-за этого. Похожая тематику. Так что лучше я такой буду формат снимать. Привычку, думаю, не удалят. Возможно, хай изменят. Такие правила сложные на YouTube. Знаете, я, наверное, хочу новую социальную сеть создать. Группу отдельно. В Одноклассниках. В принципе, ну, такая безопасная социальная сеть, там не такие жесткие правила, как на YouTube. Заходите, вписывайте Max Risk, думаю, найдете. Или просто ролик ищите. Если вы не нашли до сих пор, пишите на любой ролик. Скинь ПЖ, можешь коротко написать, я отвечу. Скинь ПЖ свою ссылку на Одноклассники, я вам скину, можете там уже зайти и посмотреть ролики. В принципе, отличная идея. Или я уже скину, можете сами посмотреть. У нас еще там есть игры на роликах. Некоторые канал удалил сразу же. Некоторые потерялись. Зато я их сохранил. Типа назвал архив 02 или сборник 02-01. Первая часть там. В принципе, отличная идея. Теперь я уже не так много буду снимать про игры, про мультфильмы. А вот такие вот влоги. Вот такая вот тема. Продолжать. В том случае, если вы наберете много лайков, то вторая часть, и тем самым это как заменит игры. Это же интереснее. Ну да, игры, конечно, тоже можно поиграть. Я там тоже снимаем про выучить английские игры. Можете посмотреть. Там канал удалил, скачал пару видео, могу потом загрузить. Только их там перебор. И было 600 видео, помню. Это был мой рекорд. Сразу удалили, заново наливай ролики. Возможно, да, у меня не 600 роликов, но у меня примерно 50, 25-30 роликов в кармане, где-то там они лежат, я могу их загрузить. Загружу и все. И тогда начнем новый контент, например, этот. Итак, Jimmy Neutron, история. Часть вторая, как думаете? Так, давайте на паузу. Так, батарея, 10 минут ролик, батарея заканчивается. Прием. Можно, кстати, Among Us сейчас играть, но думаю, не нужно. Если вы напишите в комментариях. Jimmy Neutron, умный, который делает механизмы разные. Я помню, я в детстве, кстати, играл Jimmy Neutron. Онлайн игры, можно так сейчас найти. Игра Jimmy Neutron.
онлайн. Там вот рекламу пропускаете, играете. Механизмы, там вот такие умные механизмы, что я в шоке. Вот. Кстати, потом внезапно закончатся ролики для того, чтобы батарея закончилась. Поэтому, если я просто выключусь, то, знаете, я ставлю зарядку, потом после зарядки вылаживаю. И даже снимаю, уже проходит 6 часов. Gemini Tron. Карл Шин. Вот он, я его вспомнил. Его три друзья. Карл Шин. Ну, то он третий. Роботом. Отлично, вот история. Напишите, если я что-то снова пропустил. Это точно прям... Я помню, когда я, кстати, в детстве заводил ЗОЖ, точнее, черновик, и сразу писал мультфильмы. Про, как там, сейчас, Трансформер Прайм, как там он, Макс Стил. Из-за этого никнейма я придумал Макс Риск, Макс Стил. Вот из-за этого. Все это из этого. Вот смотрите, Стил. Стил. Риск. Макс. Макс Стил. Макс Риск. Капец. Мне нужно мультфильм делать, это точно. Мультфильм про Макс Риск или мультфильм про Макс Стил. Реально похож на Макса Стила. Кстати, а можно мне такой занять канал? Наверное. Макс Стил, прямо отличная идея. Может, туда я уже занял такой ник. Может, на английском я рассказывать, а? Ой, сразу пишу. Риск. Стил. Ой. Макс Стил, каналы. Макс Стил, 4 подписчика. Макс Стил, 8 подписчиков. В принципе, я могу быть Максом Стил. Зайду. Надо подумать. Всем привет, меня зовут Макс Стил. Макс Стил, отличная идея. Давайте сейчас запишу себя там. А вы пишите комментарии пока что, на время. Прям, знаете, вы не включаете видеоролик, пишите комментарии одновременно. Вообще классная идея. Так, сейчас зайду в заметку Макс Стил. Ой. Отличное название канала. Блин, я прям уже уставший. Уже ролик уже закончился. 12 минут. Когда одна зарядка, сразу мгновенно не сдается никак. Макс сделал. Блин. Маккуин. Сохранил. Хай будет тут. Открываем. Настройки Макс Стил. Отлично. Мог, конечно, написать. На русском пишу, почему бы не на английском. Потом думаю, ролики сделать, вообще будет прикольно. Макс Стил. Вот так вот. Все. Ладно, мы уже заканчиваем, потому что у меня уже закончена идея мультфильма. Ага. Всем удачи, всем пока.